Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я для вас подготовил несколько новых видеоуроков о том, как можно помочь самому себе. Из серии «Делай все сам своими руками». Не надо платить докторам, не надо ходить к мануальщикам. Все вы можете сделать сами себе, своими собственными руками в домашних бытовых условиях. Этим можно заниматься спокойно на улице, в офисе, дома, у себя на даче. И вы избавитесь от таких насущных проблем, как остеохондроз, шейного, грудного отдела, боли между лопатками, грыжу себе снимите, головные боли, мигрени, да чего вы только не избавитесь. У меня эти уроки постоянно выполняются, так что база их постоянно растет, и вы один раз подписавшись на них здесь, внизу на этой странице, оформив простую регистрационную форму здесь на этой странице, оставив только свой e-mail и имя, настоящее свое имя, пожалуйста, пишите. Вы будете владеть постоянной и регулярной базой этих уроков, которые выполняются. И вы можете помочь сами себе. И вы будете получать все новые и новые суперуроки. Вот такие вот. Не надо никому платить, не надо ходить по врачам. Все бесплатно. Помоги сам себе. Пожалуйста, записывайтесь. Поэтому с вами не прощаюсь, а мы увидимся в следующем видеоуроке. Жмите скорее на кнопку «Получить» и получайте в свое пользование бесплатную систему из серии «Помоги себе сам» бесплатно в домашних бытовых условиях. Не грустите, и все у вас получится.